Добрый день. Меня зовут Геннадий, с Волковыского района, городской поселок Русь. Ну, водительское удостоверение получил в 91 году. Ну, так езжу часто лет 20, даже больше. Бывает, что каждый день езжу, бывает, что отдыхаю, бывает, что нет времени даже и покушать. Ну, люди просят подвезти, так развезти. Ну, работаю я в Волковыском коммунальном хозяйстве, рабочий. Увлекаюсь очень рыбалкой. Основная карта для расчета у меня Беларусьбанка. Карточка я пользуюсь, наверное, лет 6. Ну, давно уже. Ну, клиентам Беларуснефти, ну, 10 лет, наверное. Это, ну, их много очень заправок. Удобно заправляться. У меня газовое оборудование стоит на машине. А никаких заправок, только на Беларуснефти газовое оборудование. Такое. Газом можно заправиться. Больше никакой заправки нету. Это для меня очень удобно. И очень вежливый персонал. Общаться, даже очень хорошо информацию какую-то получить. Я всегда общаюсь, и со мной хорошо общаются. Поначалу я взял карточку, да, не обращал внимания. Потом прочитал, ну, 6 лет назад, прочитал, что вот есть. Я, в принципе, не умею там этим интернетом пользоваться. Сын говорит, зарегистрируй меня, возьми, пусть будет на всякий случай. Вот он зарегистрировал меня. Ну, пользовался, так немножко отслеживал, конечно, это. Потом уже года 4, наверное, уже положил карточку, уже по телефону номера заправляюсь, там, номер телефона, карточку, даже ее нашел, только, может, вчера начал искать ее. Только, ну, точнее, ну, бывает, потеряешь, там, ну, пусть лежит, вот. Ну, честно сказать, мне где-то месяц назад мошенники звонили, это точно. И я уже хотел, мне сказали, Геннадий Иванович, я уже хотел трубку положить. Серьезно, потом думаю, как хорошо, что не положил трубку. Ну, в принципе, мне дозвонились бы еще раз. Ну вот, думаю, ну послушай, что на этот раз скажут мне. И вот получилось, ну я не поверил, конечно. И на следующий день я не поверил. Уже сказали, вам позвонят на следующий день. Ну уже обед, 400 дня уже. Ну, думаю, наверное, сыну сообщу. Никому не говорил, думаю, сыну сообщу. Ну, сын такой, говорит, был розыгрыш, но не знаю еще. И буквально через полсайта, полпятого позвонили мне, сказали, что вот, выиграл. А так я не верил, и даже потом еще не верил. Уже сын когда сказал, да, посмотри, я посмотрел на сайте, да, твоя фамилия, все, тогда уже мне да. Ну, хотелось бы, конечно, на Брославские озера съездить на рыбалку, очень сильно хочет, давно мечтаю. И сын хочет тоже съездить, вот, наверное, туда. Немножко детям останется еще, думаю, что сказать. Пусть, конечно, пользуются этим картой, удобно, у кого газооборудование, скидочки хорошие. Ну, конечно, чтобы удачи им тоже.